Согласно статистическим данным специализированного отдела госкорпорации правительства для граждан по Жамбылской области, с начала текущего года 1943 человека заменили свои водительские удостоверения онлайн-способом. По сравнению со вторым полугодием прошлого года количество увеличилось на 24. Так наблюдается, что число желающих заменить права таким образом с каждым годом растет. Получать услуги онлайн – это уже своеобразный тренд. Наблюдается, что этому тренду следуют не только те граждане, которым нужны обычные справки, но и автовладельцы. Они, наконец, по достоинству оценили все преимущества цифровизации и стали чаще получать услуги на портале, чем в спеццоне, отмечают специалисты. С начала года к нам поступило 13 199 заявок на получение водительского удостоверения. Из них получили права 1278 человек. На сегодняшний день замена водительских прав возможна и в режиме онлайн. В частности, с помощью мобильных приложений банка второго уровня «Каспи» или «Егов Мобайл». За полгода текущего года посредством «Каспи-приложения» права заменили онлайн 1943 водителя. Таким образом, если у вас истекает срок водительских прав, поменять их возможно всего лишь за час. Процесс замены удостоверения очень простой. А как именно, можно посмотреть на портале egov.kz. Или произвести замену прямо в приложении Каспи. Нужно загрузить фото и медицинскую справку, оплатить госпошлину без комиссий и получить новые права в цифровых документах. Также можно выбрать ЦОН, где удобно забрать новое водительское удостоверение. Онлайн-услуга доступна для всех граждан. Как правило, такая процедура осуществляется по истечению срока или смене фамилии водителя. Дана Самат, Нурхадыр Эрымхан, Бахтияр Асаубаев, 77 News.